Потрясающие по красоте и удобству осенние ботинки мы получили по материалу, как всегда, натуральная замша в лазерной обработке. Обратите внимание, как красиво здесь смотрится именно вот эта лазерная обработка. Они прям такие, как будто роса на них. Безумно красиво. Высота каблука 5 сантиметров. Хочу что здесь про них рассказать. Смотрите, у них вот эта резинка на подъеме, она целиком полностью рабочая. То есть вот сюда хорошо пойдет и широкая ножка, и с подъемистая ножка. Вот абсолютно все. Внутри по материалу баечка, она прям такая приятная-приятная, все кожные вставки также из натуральных материалов, подошва, обратите внимание, также она высоту имеет 1 сантиметр, она хорошая, вообще не скользкая, просто будете спотыкаться, но это даже хорошо, потому что их можно носить до первых заморозков, подошва гнется, прям она очень и очень приятная. На мне 39 размер, что хочу сказать, большеватые, вот они мне большеватые, но у меня нога худая, она мне сейчас там просто ходит ходуном, может быть, кстати, еще из-за этого. Перед отправками делаем все индивидуальные замеры. Поэтому, смотрите, вот здесь они у меня вот широкие. Не сильно, конечно, но широковатые. Поэтому вот эти ботиночки очень хорошо садятся на стандартную, либо на ножку с увеличенной полнотой. На косточки также сядут они просто здоровски, потому что здесь никакого шва нет, так как материал натуральный. Смотрится просто здоровски. Это, во-первых. Во-вторых, там косточка просто будет чувствовать себя как зайенька. Теперь самое интересное. Стоимость у них 8700. Размерная сетка с 35 по 40. А так они смотрятся прям классно. И у них очень красиво оформили мысочек, то есть пальчики ложатся ровно, не сильно вытянутые, не сильно такой прямоугольный, прям такая чистая, красивая классика, которая из моды никогда не выходит. И носится, кстати, вот эта колодка годами, она проверенная.